что, Валер, веди. Где у нас магазин виноводочный? Где у нас магазин? О, блядь. Что ты сегодня такой небуйный, блядь. Ни на кого не кидаешься. Да нет, теперь другая волна. А-а-а. По вашему теперь все по-мирному, да? Нет. Я хочу хихи. А, хихи? Да. Ну расскажи какой-нибудь анекдот. Вот. Понимаешь? Для наших подписчиков. Да, вот я о чем и говорю. Меня знаете, как назвала Любка? Как? Бабка борода. Так. Ну сейчас платок я одевал. Ну. С бородой. Представляете, бабка борода. Ну. Ну хотите посмотреть, посмотрите потом. А эти, они вообще пойдут с нами, не? Я помню, серьезно. Прозвание такое. Бабка борода. Я понял. Ребята, вот он, Савеловский вокзал. Сбербанк вам, пожалуйста. Здесь можно переночевать ночью, кстати. Там тепло. Заходишь и вон туда в уголок. За эту кассу ложишься. Не за кассу, а за банкомат. Одному человеку можно там переспать. В холодное время суток. Вот адрес. Ну что, где они есть? Ну, к сожалению, водку придется закусывать японской кухней. Я ее, конечно, не очень люблю. Но это типа, погладь утюгом, да? Суши. Ну, нормально это, нормально. Погладь утюгом, суши. Да. Жлоб. Сигарету раз, стрельнул. Видишь, как технично. И глаза отвел. Вот как делают воры. Вернется. Ну почему выключить-то? Я снимаю для истории. Какая история? Обыкновенно. Любка, дай шалбану отолью. Саня. А. История, это знаешь, что такое? Почему у меня голова это когда потеет? На поле, танки, грохота. А там, тоже, там тоже побрило, не? Да. Да? То есть вся лысая, да? Это не понимаю историю. Нет, нет, нет. Это только когда выйдет. Валер. Когда выйдет. Валер. Скажи, там тоже побрило? Чего? Там тоже побрило? В смысле? Ну, голову побрило, а там лет побрило. Там не знаю. Как не знаю? Да. Не помнишь, что ли, с пьяну? Хорошая жизнь. Все, ты же ее муж теперь. Ну, я же предупреждал. Ну, скажи честно. Пока она не сама не захочет, а, кобель я не влезу. Я понял. Совершенно я верно. Я на люб. Совершенно верно. Если она сама не захочет, никогда не полезу в жизнь. Любань, ну когда у тебя там начнется? Отчего так в России? Хуёво по утрам. Шумят. Да. Лет на 7. Я сегодня у нас кончила. Говорил там. А, рассказывал, да? Ну и что, она разъебала вас? Какая девчонка? Блин, вот понимаешь, человек, вот эта девчонка, я не знаю, конечно, насколько она богата, но, как я понимаю, очень сильно. У нее есть дача, с Тёмой, и колеса вытащили из гаража. Разуться. Ага. Вот. Ну, блин, такая девчонка оказалась. Кем? Ну, она симпатичная, с кем? Был бы я помоложе. А куда ж делся вот этот борода вот здесь сидел, мужик? А? Борода вот этот мужик вот здесь сидел. Куда делся? А, Женя. Да. Это тяжело.
если отправили. Ну, в больничку отправили, да? Или нет? Вот он, ребят, фирменный магазин московских бродяг. Вино и еда. Ну, еда, она, видите, как бы так, через «и», залезть, поэтому залезть. Только вино. Что? Наребем, как можно. Сейчас я возьму бутылку.